На железнодорожной станции Ульяновск-1 чрезвычайная ситуация. Вагоны, перевозившие нефтепродукты, сошли с рельсов. В результате этого легко воспламеняющиеся вещества разлились по железнодорожным путям. Это сценарий командно-штабных учений, которые провели в Ульяновске. Общая координация лежала на плечах главного управления МЧС России по Ульяновской области. Помогали специалисты управления гражданской защиты. Соответственно, наша основная задача – это сбор нефтепродуктов для дальнейшей утилизации. Команда спасателей с помощью соответствующего оборудования снаряжения будет производить сбор, то есть произвела сбор нефтепродуктов. Для специальных у нас есть бассейны, и, соответственно, потом уже эти нефтепродукты перекачиваются и отвозятся для утилизации. В подобных чрезвычайных ситуациях экстренные службы должны приехать незамедлительно. Действуют слаженно. Пока одни эвакуируют застрявших в вагоне пассажиров, другие уже ликвидируют очаг возгорания. Отдельное внимание грузовому составу. Важно не допустить взрыва. Все заливается специальной пеной, чтобы не было повторного пожара. Параллельно с условными пострадавшими работают медики. Учения приурочили ко дню гражданской обороны. Праздник отмечают 4 октября. Результатом нашей совместной работы является повышение эффективности мероприятий, направленных на защиту населения от возможных угроз. Уважаемые коллеги, государство уделяет особое внимание вопросам безопасности граждан. Поэтому выполнение мероприятий гражданской обороны на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных задач. В проверке готовности сил и средств задействовали 600 человек личного состава и 80 единиц техники. Помогали в учениях сотрудники медицинских организаций «Доремстрой», «Ульгэс» и «Ульяновск-Водоканал». Анна Тищенко, Управда ТВ.